Всем привет, ребят! Сегодня мы будем обозревать шейдеры на слабых ПК, средних и мощных, конечно же. Так что желаю всем приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра. А мы начинаем. Так вот, наш первый шейдер, который на сегодня будет для слабых ПК, это Чупапик 13. Он... А, это, кстати, минимальные настройки, если на максимальных, там, ну, экстремальные, там все плохо будет. Вот это минимальные, которые, да? Они прям идеальны для этого Майнкрафта. На, у кого слабый ПК, естественно. Так, смотрим. А листва? Ну, листва немножко там можно настроить, наверное. А мы в настройки можем полезть сегодня. Так, тут детализация, ну, конечно же, низкая, да? Но все равно красивые тени. Тени они есть, они прикольные. Так, освещение немножко нереалистичное. Ну, потому что тут песок как будто из старого Майнкрафта. Вот. Облака красивые очень. Солнце реалистичное. Только надо было бы немножко поменьше сделать, и все. Ух ты. Так. Ну, дальше, когда мы вглубь заходим, тут еще красивее. Конечно, чтобы в лесу потемнее бы немножко сделали. Да, ну там... Ну, а так... в общем... Хорошо. Все красивенько. О, кстати, просвет через листву красивенький такой. Вон. Видите? Птички поют у нас, да? Туманчик, кстати, немножко маленький есть, да? Я сейчас только увидел. Так, освещение хорошее. А, небо прекрасное. А, водичку меня оценили последнюю. Сейчас оценим водичку. Вообще двигается. Сейчас. Водичку у нас... Двигается. Кстати. Да, она вроде неплохая. Даже мощь для мощных ПК как будто выглядит, да? Ой. Ну тут, конечно, да, баги есть. Недоработки в этом шейдере. Но вода так красиво. А чё под водой? Вау. Под водой. Еще красиво. Но вот эти баги с лицевой тоже надо так с тенями. Ну, а мы переходим к другим шейдерам. Следующие шейдеры называются у нас Complementary Unbound. Так, во-первых, мы видим то, что облака. Облака у нас такие красивенькие. Да, красивенькие очень. Можно их, конечно, убрать, но зачем? Вот. Дальше. Солнышко тут красивенькое. Светит хорошо на воду. Освещение очень красиво, даже когда... У него, кстати, хороший заряд. Если вот с туманчиком, там где-нибудь деревня, на карте деревни, да, такой рассветик хорошенький, то это очень красиво выглядит. Вода, ну, обычная вода с отражениями. Так, под водой. Ну, под водой, как обычная вода. Ну и все вроде бы. Листва, а чего у нас по листве? Двигается, это хорошо. А мы уже переходим к средним, прям натурально средним шейдерам. Следующие шейдеры называются CardCrafts. Так, ну мы уже видим, вода нереалистичная, хотя отражение хорошее. Немножко. Вот если бы вот эти пиксели убрали бы, было бы отлично вообще. Если так без пикселей представлять, то хорошо сделано. Освещение хорошее, тени. Тени, да, хорошие тоже. Так, освещение прекрасно, даже блики есть от солнца. Так, дальше под водичку глянем. Никто под воду не видел никогда. Стандарт. Ну, как будто стандарт. Ну, для средних нормальный. А теперь мы переходим к экстремальным шейдерам. Следующий шейдер называется Близ. Или можете скачать Ирис. Почти такой же отличия никакого почти не будет, да. Вот. Это, ну, схоже что-то Чупапик 13, но эдитор. Они очень красивые, реалистичные. Очень вода, просто изумительный блеск, как в реальной жизни. Только если бы были бы плескания, да, оригинальные, прям хорошие. Может, мод такой есть уже, посмотрим потом. Так, о, тут прям глубина воды, воды ощущается. Под водой мутно, это хорошо, что мутно. Это оригинально. О, кстати! Вот оно, вот оно. Яркость под водой. Яркость под водой темная. Ну вот это...
сделали, чтобы, ну, просто не потеряться в воде. А так, прям реалистично, солнце светит, темнота такая. Если бы блики вот сюда бы еще... А, наверное, сейчас пасмурно. Если бы блики еще сюда падали, тут вообще прекрасно было бы вот сюда. Блин, ну это идеальный шейдер просто для вас. Мы можем в следующем видео разобрать с вами текстурпаки для мощных, слабых, там, ПК и средних. Вот, так что всем спасибо за просмотр, ребята. Всем удачи, всем пока.